Декора сада Ирис Римфаи великолепно вписывается в дизайн сада или территории возле дома. Высаживать ее можно уже в начале весны, чтобы на протяжении всего июня наслаждаться изумительным внешним видом декоративного растения. На длинных цветоносах распускаются огненные бутоны насыщенного темно-розового окраса, по центру нижних лепестков – белое пятно, бородка оранжевая. Свою декоративность растения сохраняет до самой осени, в начале августа можно собирать семена ириса римфая, которые потом используют для размножения. Растение эффектно смотрится в посадке небольшими группками, хорошо сочетается с другими декоративными культурами. Ирис германский римфая – это травянистый высотой 80-90 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Окраска стандартов палево темно-розовая, окраска фолов палево темно-розовая с белым пятном, окраска бородки желтая. Ирис германский римфая создал Томпкинс. Годом создания растения считается 1960. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.